Патриотическую акцию к Дню Победы также провели сотрудники радиостанции «Серебряный дождь» совместно с танцевальной студией «Инсайт» и коллективом «Фируза». Танцы под мирным небом прошли в парке Липки. Для собравшихся организаторы приготовили массу сюрпризов. На площадке исполняли военный вальс, кадриль и фокстрот. Музыкальное сопровождение ведущие «Серебряного дождя» выбирали не случайно. Для танцующих пар прозвучали композиции военных лет в исполнении Клавдии Шульженко, Лидии Руслановой и Вадима Козина. По словам организаторов, мелодии 40-х годов нашли отклик в сердцах участников мероприятия и напомнили о важном и сложном времени. Музыка являлась спасением, в том числе не только оружие, не только боевой дух и не только воля бежать непосредственно в бой, но и способность радоваться.